Вера, главное предложение дня. Электрическая сосисочница. Полгода назад была подобная. Вы очень ждали, просили по многочисленным просьбам. Вот она уже в эфире. Приготовьте вкусные, полезные блюда, перекусы домашние вашим близким и родным вместе с сосисочницей от бренда Домити. 1199 рублей цена только сегодня. И этот волшебный гаджет презентует нам шеф-повар с 15-летним стажем, который расскажет и рецепты, и мастер-класс вам проведет, и вообще все про вот этот чудо-гаджет. Николай Демидов, спасибо. Расскажи. Спасибо, Оленька. Считаю, что сосисочница – это простой, но самый главный инновационный такой предмет на вашей кухне, без которого, в принципе, утро может не только не начинаться, но и может и продолжаться и в полник, и в обед, и так далее. Прежде чем мы начнем, я должен сразу дать вам небольшие технические характеристики. Итак, во-первых, здесь у нас есть антипригарное покрытие. И приготовить можно не только сосиски в тесте, а просто сосиски. Гриль. Гриль, который мы с вами и огонь. Мы же любим с вами сосиски. Пожалуйста, взяли и приготовили вот таким вот образом сосиски, просто горячие. Антипригарное покрытие, а значит, ничего не пригорает, не прилипает. А значит, будет все очень хорошо и прожариваться, и вы получите, конечно же, правильный вот такой вот результат. Помимо того, что здесь антипригарное покрытие, вы получаете возможность приготовить самостоятельно. И здесь есть контроль температуры. Так. То есть в течение 5-6 минут самостоятельно именно сосисочница выбирает нужную температуру для приготовления, чтобы у вас ничего не сгорело и не прилипло. И это мы сейчас говорим про одну. Дальше смотрите. Мы дальше говорим с тобой про сосиски в тесте. Именно. То есть вот они, те самые, как ты их называешь, корндоги. Да? Вот один такой, посмотрите, сколько стоит у вас в парке, да, где-то на заправках даже, когда хочется перекусить. Традиционный. Да, и купить с собой. Но это 150, 200, 250 рублей. 6 штучек вы сразу готовите. Сыром. Так. А с сыром сделайте горячим. Тесто вы отправляете на спашку, закладываете сосиску и дальше отправляете туда, может быть, кусочек сыра. И, пожалуйста, посмотрите на этот результат. Это, конечно же, фантастика, что за считанные секунды вы получите, во-первых, пропеченное тесто, во-вторых, будет расплавлен сыр и, конечно же, будет готова сосиска. Это все благодаря тому, что контроль температуры внутри у нас есть. Это сейчас не фритюр, это работать вот с такой сосисочницей. Представляете? Вот ее можно назвать супер, конечно, волшебный предмет, который готовит не только сосиски. Но давайте я расскажу, какие цвета вы заказываете. Вы можете заказать от бренда Домити в красном, в белом и в черном цвете. Вот какая стильная вещь. И книга рецептов у вас будет в подарок, да. И что тут у нас происходит? Вы понимаете, что не только сосиски в тесте. Вот, разрешите, я вам покажу. Смотрите, здесь же и драники, и люля-кебаб, и вафли вкусные, и сосиски в тесте, и овощи-гриль. Вот какая 10 волшебных рецептов, чтобы вы понимали, что это многофункциональная вещь от бренда Домити. Летит уже к вам по цене 1199 рублей. Если остался фарш после, например, фрикаделек. Вот, пожалуйста, главный результат того, что можно сделать. Взяли фарш, опять-таки, как люля-кебаб, пожалуйста, и сделали в нашем чопере тот же самый фарш, да, взбили, пробили, приготовили, не нужна мясорубка, на шпажку и, пожалуйста, в нашу сосисочницу отправляете. Там 6 отделений, то есть сразу 6 шпажек, то есть 2 раза это 12, 3, 24, и таким образом мы даже уже маленький мини-фуршет накрываем. А если это дело касается детского праздника, то это, конечно, мы сейчас поговорим про вафли, но прежде давайте посмотрим на сочность. Ну всем, вот, пожалуйста, мужчинам будет люля-кебаб, да, вафли женщинам, а сосиски в тесте детям. Все справится один вот такой волшебный гаджет. У нас последняя презентация аналога была больше полугода назад, столько звонков, и, конечно, у нас ограниченное количество на каждый час, ну, чтобы хватило на весь день каждому. Порадуйте своих близких быстрыми домашними перекусами. Безопасный, знаменитый фастфуд у вас дома. Колбаски, люля-кебаб вы видели, в чопере сделали, овощи, гриль. Лето закончился, а закончился гриль не закончился. Делайте дома с нашей электрической сосисочницей. Запеченный сыр, пирожки сладкие, а вафли, орешки со сгущенкой можно сделать? Конечно, те самые вкусные, вот, как в магазине. Видишь, вот, немножко дали, чуть дольше постоять как раз к этому тесту. И у нас получается вот такое вот тесто уже ближе как раз к орешкам со сгущенкой. Да? Все, я это выкладываю. А вот если соседние мы посмотрим, сразу не отходя, да, можно сделать более светлое. А это уже здесь у нас
добавлено к тесту и бекон, и сыр. И посмотрите, они как один. То есть это уже тесто не сладкое. Это тесто у нас, скажем так, более взрослое, обеденное. Сюда мы добавляем разные топпинги, и, пожалуйста, у тебя получаются вафли. Причем, ты обрати внимание, сколько бы я ни доставал, ничего смотрите, не прилипло вот, и можно, не пристало. Да. Осторожно, горячо. Да, вот за счет чего у нас здесь абсолютно, я вижу, ты же масло не использовал. Можно сюда отправить, кстати, даже те же самые кабачки, которые вы сейчас так любите, оладьи из кабачков, да, берете и добавляете, как драники готовят, ну, оладушки, да, таким же образом вы можете и приготовить здесь свои любимые оладушки, только они будут, ну, скажем так, другого вида, да, другой формы, такие, как пирожки. Поэтому приготовьте в этой сосисочнице абсолютно разные блюда. Вот это палитра блюд. Вы представляете, какая палитра рецептов ваших и блюд. Вы выбираете цвет, черный, белый или красный, и рецепты будут у вас с вами в заказе. Вы выберете свой рецепт и потом еще и придумаете что-то новое. 1199 рублей у нас снижена цена для вот такого волшебного предмета. 6 форм для выпечки, антипригарное покрытие, индикатор очень легко здесь будет определить. В розетку включили, все. Контроль температуры есть, ненагревающаяся ручка, очень удобно брать с собой в поездки за город, брать с собой на дачу, брать с собой еще куда-то, да? Вот вам и сковородка, вот вам и гриль. Все конечно. Очень и очень просто. И все это от бренда Давид. Приготовили тесто, любое свое тесто, смотрите, пожалуйста. Тесто. Да? Прям вот так. Кто-то так, скажет, ладно, ой, ну учиться, небережно, да? Но я прямые эфиры, я всегда стараюсь, да, все сделать вам побыстрее и показать вам результат до конца эфира. Поэтому сейчас вы помните, что как раз-таки-то раньше было модно и вкусно делать эти орешки. Сейчас они каких-то бешеных денег стоят. Вы можете самостоятельно сделать вот такие подобные орешкам, да, формы. И туда взять и отправить сгущенку. Ой, ту же самую, смотрите. Вот смотри, 6 отделений. Ну, не надо мне, допустим, 6. Мне просто достаточно 4. Я вот таким вот образом закрываю. Вот здесь вот так все. Фиксирую. Индикатор все. Включается. И она у меня пошла. И индикатор работает. Индикатор работает. Вы готовите без масла, антипригарное покрытие. Огромное количество блюд. И это все электрическое. Сосисочница 1199 рублей.